Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Ну, главное событие последних дней – это Петербургский международный экономический форум. Тверская делегация во главе с губернатором Игорем Рудений приняла в нем продуктивное активное участие. Итоги и инвестиционные приобретения нашего региона мы еще обязательно обсудим. Скажу лишь, что в совокупности инвест-портфель уже тянет на 27 с лишним миллиардов рублей. Ну а вначале несколько слов о том, в какой обстановке стартовал и проходил международный форум. Как сказал президент Путин, он проходит в эпоху глобальных перемен. Предваряя выступление главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркивал исключительную значимость того, что планирует озвучивать президент. А также отмечал особенность тех условий, в которых проводится это традиционное мероприятие. По его словам, сегодня экономика положена на алтарь политики. Понятно, что его политические цели у противоборствующих сторон разные, но расплата схожая ⁇ это ущерб экономике. Понятно также, что западный мир ведет многоходовую игру с дальним прицелом на мировое господство, на контроль над ресурсами, на понижение роли государств-соперников. Но это все достаточно отдаленные и призрачные цели. А пока все выглядит скорее так, что главный инициатор нынешних проблем США ⁇ Соединенные Штаты Америки. На зло бабушки отмораживают уши. Или, как сейчас часто говорят, стреляют в ногу причем больше не столько в свою, сколько в европейскую. Ущерб от санкций в отношении нашей страны, самой экономики Евросоюза, уже нанес ущерб свыше 400 миллиардов долларов. Беспрецедентно взвинтил там инфляцию. А сам Союз Европейских государств окончательно расписался в утрате своего суверенитета. К тому же, как прозвучало на форуме, из-за отказа ряда стран от российских энергоносителей на Западе начинаются не очень зеленые времена. В то же время в результате беспрецедентного санкционного давления на Россию она все больше разворачивается на восток, еще больше тем самым укрепляя могущественного соседа Китай. Который уже владел и технологиями производства почти всех видов продукции и ощутимо подтянул ее качество, при этом имея возможность предлагать ее по более низкой цене, чем европейские аналоги. А еще в Европе в связи с рукотворным дефицитом энергоносителей складываются все менее перспективные условия для производства там конкурентоспособной продукции. И вот в такой обстановке стартовал очередной международный экономический форум в Питере. Его главная тема отражает нынешнюю ситуацию: новый мир, новые возможности. Свою речь Владимир Путин начал словами, что эпоха однополярного мира закончена. Сегодня стремительно вырастает роль энергичных, динамично развивающихся государств. И не замечать это большое заблуждение. Деловая программа форума включала обсуждение вызовов, с которыми столкнулась Россия, нового экономического порядка и возникших в связи с его формированием задач, стоящих перед экономикой Российской Федерации. Да, сейчас уже все открывающиеся возможности должны трансформироваться в конкретные задачи, которые нужно начинать незамедлительно претворять в... В жизнь. Это и реальная новая экономическая политика, в первую очередь для малого и среднего предпринимательства, и развитие территорий, эффективное управление ими, выстраивание доверительного, открытого и надежного взаимодействия государства и граждан, создание адекватных условий для здоровых бизнес-процессов и хозяйственной деятельности в нашей стране, а также налаживание и задействование сотен других процессов, служащих укреплению всех сфер, в первую очередь экономики страны. Интересно, что на площадках Петербургского международного экономического форума обсуждалось новое уникальное явление – это бизнес-патриотизм. На сегодняшний день производителям и потребителям уже доступна единая информационная система, сделана в России. Свою работу начинают десятки цифровых сервисов и социальных проектов. Вот смотрите, согласно последнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, 68% населения России уверены, что российские компании смогут заместить иностранные в полном или большом объеме. 60... 56% предпочтут российские товары иностранным, а 57% уверены в превосходстве качества отечественных товаров над иностранными. Ну, разумеется, что в производстве разных категорий продукции есть свои лидеры, но у России есть все ресурсы, чтобы занять топовые места по большинству позиций. Участники дискуссии обсуждали, как повысить и одновременно удовлетворить спрос на отечественную продукцию, как обеспечить гарантию и стандарты качества продукции, чем государство может помочь локальному бизнесу в регионах. Сегодня правительством Российской Федерации уже принят пакет мер, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне. И, к слову, что касается Тверской области, в частности, областного центра, то и здесь оперативно принимаются решения для стабилизации ситуации. Еще в марте региональным правительством было подготовлено распоряжение по поддержке тверского бизнеса. А в минувший четверг Тверская городская дума уже проголосовала за предоставление рассрочек предпринимателям по платежам за пользование муниципальным имуществом. Надо сказать, что подобные меры поддержки будут предложены и, например, застройщикам на территории нашего города. Эти инструменты уже реализуются и в других регионах. Приобретается положительный опыт. Есть также пример когда малые предприниматели нашли точки роста в вот, нашей сложной, непростой ситуации. Надо сказать, что в целом в своей речи на форуме президент ключевыми принципами развития нашего государства назвал расширение международного сотрудничества с подавляющим большинством стран на планете, которые сами этого хотят. Сегодня все ожидают, как Россия завершит спецоперацию на Украине, как изменится миропорядок, какие позиции завоюет наша страна, какие новые перспективы откроются для развития ее территорий, которые, возможно, прирастут новыми республиками. Если наша страна защитит и продвинет свои интересы, то к сильному неизменно потянутся, что сделает его еще сильнее. Уже сейчас с Запада полуофициально звучат предложения снять все санкции с нашей страны в обмен на полную отмену спецоперации. Но такой торг теперь неуместен. Ставки уже куда выше. В наших программах мы продолжим анализировать результаты Питерского экономического форума, оценивать их значение для экономики нашего региона, а обсуждать уже есть что. А также будем следить за развитием политической ситуации и надеяться, что с ее алтаря, как сказал Песков, скоро поднимется экономика и займет свое должное место локомотива радикальных перемен к лучшему. Это была колонка главного редактора. С вами был Дмитрий Нечаев и до встречи в эфире.